Летом детвора больше времени проводит на улице. Чаще дети становятся участниками дорожного движения. Но расслабляться не стоит. Интенсивность движения в курортный сезон возрастает. А значит, самое время освежить и закрепить знания правил дорожного движения. Учащиеся школ города и района приняли участие в конкурсе «Безопасное колесо». Подготовка к нему была очень серьезная. Ребята рисовали, оформляли красочные плакаты, повторяли правила дорожного движения. Организаторами мероприятия выступили Славянское отделение Всероссийского общества автомобилистов, Управление образования и отдел ГИБДД ОМВД России по Славянскому району. Сегодня мы собрались с вами здесь для того, чтобы провести районный этап краевого конкурса «Безопасное колесо». Мы проведем наш конкурс в три этапа. Будет три конкурса. Каждая команда будет оценена членами жюри. Победители соревнований будут направлены на краевой конкурс. Ребята состязались в знании правил дорожного движения и демонстрировали практические навыки вождения на велосипеде на автодроме, что было совсем непросто. В итоге чемпионами стала команда 6-й школы, серебряные награды у 12-й, а бронзовые у ребят из 18-й школы.